Бокс – один из самых зрелищных видов спорта. Он интересен всем. Особой остротой отличаются поединки на ближней дистанции. Валерий Петрович, а сложно вести ближний бой? Ближний бой, в общем-то, где-то три фазы можно различать. Вход в ближний бой – самая опасная фаза, ребята, потому что здесь можно получить встречный удар. А потом, собственно, сам ближний бой уже, когда боксеры сблизились на такую дистанцию, где можно носить боковые удары, удары снизу. Вот. Ну и потом, конечно, заключительная фаза. Выйти именно, не получив здесь удар, это тоже довольно опасная фаза. Труднее всего, конечно, дается вход в ближний бой. Вот, кстати, сейчас несколько раз удачно подошел к противнику, провел серию ударов по животу. Вот все время ближний, вот вошел в ближний бой, но все его входы почти прерываются клинчем, видите? Они обоюдный захват, и ничего не получается. Потому что, очевидно, он слишком близко подходит к своему противнику и дает возможность ему где-то захватить руки и не дать ему боксировать в ближнем бою. Да, ну и с развитием, сам видите, руку просунул, с развитием не торопится. Дает возможность тому сближаться и захватывать. А может быть, просто не очень хорошо владеет этим ближним боем. Вот получается. Да, действительно. Большинство советских боксеров пока уступают в искусстве ведения ближнего боя кубинским, корейским и американским спортсменам. Сближаясь с противником, они допускают много ошибок. Пропускают удары, часто промахиваются, прибегают к захватам или толкают противника. В чем же причина? Дело в том, что ближний бой в юношеских спортивных школах начинают изучать слишком поздно, когда боксер уже практически сформировался. Да и существующие программы далеко не совершенны. Фильм познакомит с современными представлениями об особенностях ближнего боя. Показательный учебно-тренировочный урок проведет заслуженный тренер СССР Владимир Лавров. Сегодня мы начинаем изучение элементов ближнего боя. Шаги в стороны, короткие удары и защиты от них. Стойку ближнего боя вы уже знаете, это вам знакомо. Вот с нее и начнем. Это очень удобное положение для ведения ближнего боя. Самое удобное. Ему удобно, мне удобно. Так вести ближний бой. Наносить удары снизу, сбоку, защищаться. Но стоит мне сделать всего один шаг, так, и я сохраняю ту же самую стойку. Мне удобно боксировать и левой, и правой рукой, ему неудобно боксировать правой рукой. Понимаете? То есть его рука выключена. У него фактически одна рука осталась. Если я, наоборот, делаю шаг в эту сторону, раз, посмотрите, сделал шаг в сторону, у него выключена левая рука. Он боксировать может одной правой рукой. У меня в этот момент обе руки в рабочем положении. Ясно? Вот эти шаги, они очень важны, очень важны. В ближнем бою тот, кто их умеет хорошо делать, тот, как правило, хозяин положения. Пожалуй, лучшим боксером, который когда-либо делал боковые шаги, умел делать эти боковые шаги в ближнем бою, был Ласло Пап, трехкратный олимпийский чемпион из Венгрии. Он эти шаги делал просто идеально. Шаг справа, раз, на место, два. Так, шаг влево, три, на место, четыре. Еще вправо, раз, на место, два. Влево, три, четыре. Молодцы. Посмотрите, вот вы бьете правой снизу, раз, тяжесть на левой. Бьете левой снизу, тяжесть на правой. Бьете правой, тяжесть на левой ноге. И снова тяжесть становится на правую ногу. Боевая стойка. Так. Так, стойка ближнего боя. Стойка ближнего боя. Нет, нет, нет. Фронтально ко мне ставим. Фронтально, фронтально, фронтально. Так. И начали. Раз, два, три, четыре. Нет, 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 ребята, не надо двигаться. На месте. Посмотрите. Раз, два, три, четыре. На месте. Тяжесть тела переносится только и все. Вот, вот, вот. Пробуйте. Вот, вот, вот. Хорошо. Вы должны будете сделать
4 шага вперед и нанести 4 удара. Посмотрите, вы наносите правой снизу, раз, левой снизу, 2, 3, 4. Все время делаете под каждый удар делаете маленький шаг. Ясно? И тяжесть тела переносите с ноги на ногу. Пошли вперед. Раз, два, три, четыре. Назад, назад. Раз, два, три, четыре. Ребята, сейчас отрабатываем одиночные короткие удары на снарядах. Удары по мешку. Время. Начинать обучение элементам ближнего боя следует уже в конце первого года тренировки. Прежде всего, надо научить юношу лишь основным действиям, собранной боевой стойке, шагам в сторону, коротким ударам и защитным подставкам. Мягче. Оп. Чтобы у тебя смягчался удар. Вот так, да. Уходи от удара. Вот так, да. Раз, вот так. Молодец, хорошо. Раз, так. Бей с этой руки. Этой рукой бей, боковой. Два. Посмотрите. Раз. Два. Посмотрите. Раз. Два. Раз. Два. Не торопись, спокойно. Минимальное расстояние, присущее ближнему бою, должно стать привычным для новичка. Близко над ближней дистанцией. Так. И наносить 4 удара. 2 удара снизу в туловище и 2 боковых удара в голову. Темп приблизительно такой. Раз, два, три, четыре. Ясно? Не быстрее, чтобы ваш партнер успевал защищаться. Попробуйте, это не так просто. Приготовились? Не торопитесь. Начали. Раз, два, три, четыре. Вперед. Вперед. Так, пошли. Раз, два, три, четыре. Прямолинейное продвижение вперед или назад необходимо сочетать с шагами в сторону. Стой. Посмотри, пошел вперед. Раз, два, три. Понятно? Чтобы был мощь была. Это ближний бой. А когда ты стоишь вот так, неустойчивый, вот так, как ты стал неустойчивый, чуть-чуть подтолкнули тебя и кого-то. Тут уже все, кулака на кулак. Так, приготовились? Пошли! Так, на место. Опять. Стоп. Посмотри внимательно. Ты идешь на меня. Я ухожу вправо. И ты проходишь мимо меня. Ну и что? И ты ничего не можешь делать, ты беспомощный. Ты идешь на меня, я иду вправо, а ты идешь за мной. Вот правильно, теперь ты можешь отвечать. Ясно? А так ты просто сам себя выключаешь, когда ты идешь мимо меня. Пошел за мной. Вот так, другой разговор. Марш! Так. Хорошо, молодец. На дальнюю дистанцию, ты должен выходить вот здесь, в ближнем бою, вот здесь, не выходя из ближней дистанции. Оп! Так, еще ближе за него, иди за плечо ему сюда, за плечо. Оп! Вот так, молодец. Еще. Оп! Вот так, вот. Хорошо, молодцы, хорошо получилось. Голову не задирай голову. На этапе разучивания ближнего боя юные боксеры должны работать на доверии друг к другу и не наносить сильных ударов. Меня противник будет бить, а я буду улыбаться. Почему? Потому что бьет не сильно. И вот оба вы должны бить так. Понимаете? Когда вы будете доверять друг другу, то вы отработаете приемы ближнего боя, у вас они будут идти очень хорошо. А когда вы не доверяете, вы сразу напрягаетесь, зажимаетесь и... Вместо отработки приемов что получается? Получается ерунда. Один бьет, другой закрылся и стоит. А нужно спокойно под ударами стоять, раз, два. Ну пропустил, ничего страшного, понимаете? Ясно вам, да? То есть нужно доверять друг другу и бить так, как будто вы маленькую сестренку свою бьете.
чтобы она не заплакала. Ясно? Для прочного овладения элементами техники рекомендуется уделять ближнему бою 8-10 минут в конце каждого занятия. В дальнейшем